Въезжаем в красивейший лес. Сами организаторы. Молодцы. А буквально погнулась вот эта лапа. Сейчас ее разогну маленько, а то задевает, мешает. Эй, так они все травятся. Ну, это для быстрого спуска. А, не перемета боялись. Ну, вот здесь поле, колеи. У меня гусеницы здесь в отбой пошли. Для них начинаются самые хреновые условия. Ну, мы доехали. Поэтому и травили резину. Все начинают разгребаться и парковаться. Даже здесь на таких проваливается. Очень тяжело. Он еще мокрый. Сегодня плюс 3 градуса всего. На больших колесах он застревает. Это глубина снега такая у нас. Вот как по нему ехать, да? Только ты в снег туда зайди, сейчас мы туда подвалом. Ходи. Там ребенок. О, там ребенок. Осторожно, там ребенок. А он не доедет до ребенка. Все. Тама. Здравствуйте. Костя, ты здесь остаешься, мы тебя не будем вытаскивать. Назад выйдешь. Не выйдешь. Не выдержал. Я теперь понял, почему все травились. О, как колоритный. Кто по национальности? Русский. Понятно. Я Казань взял. Понял. Здравствуйте, Тимофей. Привет. Так сказать, ветераны волейбола. Здравствуйте. Здорово. Прости. Привет. Смотрите, седой. Умеет по снегу ездить по глубокому. Мастер наката. Вова у нас не такой мастер. Но он мастер проезда. Вот мастер наката, а этот мастер заезда. Много собачек всяких разных. Так, Нива застряла. Сейчас будем ее тащить. Решил нас срезать. Сказал, сейчас сам попробую. Выехал. Не удалось Ниве припозориться. Молодец. Это он дверь разрезал? А? Это он дверь разрезал? Да, Леха срезал дверь. Красавчик. Алхимик тебе надо. Можно блинчик? Молодец. И кушать. Он говорит, ребенок правильно говорит. И кушать. Ох ты какой хорош. Чемпион прошлого сезона дает дельные советы. За коньяком ебашит. За Костя. Говорит, нахера мне лопата. Сейчас сугробы загоню. С разгона. Расходитесь. Тебе надо было с разгона загонять. Решетку не сломаешь? Да вряд ли, наверное, мягкий снег. Не загнал. Но проехать уже можно. Ну проехал, в принципе, если покопают маленько. Надо было чуть дальше, но ты уже не выйдешь. Крепкий бампер у него, да? Кто это у нас копает? В немецком костюме дядя Женя. Лопатка, кстати, удобная, да? Или играет сильно? Вот так. Здравствуйте, Евгений. Здорово. На масленицу приехал тоже. Молодец. Смотри, они прям жестко мастерили. Давай, добивай, контрольный, еще. Еще. Свою затяжку. Сильнее. Я же говорил, мне это сложно. Договорники пошли! Бей! Еще! Давай! С другой стороны перехвати! Другую руку бей! Перехвати другую руку! Давай! Один на куче стульев сидит. Однако человек оказался подготовленный, да? Но еще не испытывал, я так понял. Почему? Уже несколько раз вылазил. Дорогая? Нет, 3 или 4. Сейчас за дерево зацепится и все. Судзуки запер, выезд. Перчатки дать? Да не надо мне перчатки, зачем? Ему надо водки. Ручка придется закручивать. Там шаттл закручен, да, у вас? Отойдите лучше от веревки. Оп. Тут уже прям на дороге обедают пельмени. Ох, молодцы какие.
Окоп, смотрите, сколько снега. В окопе сидят. Ты меня съесть хотел. Собак. Что у вас, коньяк в термосе, да? Чай. О, человек сидит, не переживает. Женщины агрессивные. Все? А если ногами сжимать бревно? Бревно? Ножки коротенькие. Как раз наоборот для бревна. Давай! Вот так! Держись! Бей! А он даже не падает. Достает, он не упадет. У него вон вывес какой. Ход подвески вон какой. Ты давно в отпуске не был. Да что ты его жалеешь? Один. Я слишком толстый. Саня, выбивай руку, руку выбивай. Другую руку бери. Под руку бей. Под руку бей. Ой, мастеров. Побыстрее. Саня, голову бей. Да нельзя голову, не хочу, больно будет. Саня, перекидывай. Убирай руки от бревна. Не держится за бревно. За бревно не держится, руки украли. Карманы проверили все. Давайте. Начали. А он еще не упал, смотри. Ну на мешок, чтобы ему обидно было. Илья, не мешай. Давайте поржем, чтобы быстро не взял. Он успихивает, смотри. Смотри, как глист проводит. Я такого вообще не видел, сука. Главное не укусить. Еще блин во рту. Блин, кора. А кора, а кору грызет. Жесть, сука. Он не сдается. Это было круто. Поехали. Мастер наката накатывает. И то, что ниже шеи тоже пострадало. Решил новую дорогу проложить для желающих развернуться. Продолжаем. Потихоньку двигается Андрей Васильевич. Молодец. Второе, третье место. Сцепление начинает гореть. Доехал пока он туда. Цепа не вывозит у меня старая. Копайте, Шура. Снегу нынче много. Представь, что тебя Берия в Сибирь сослал. Вот ты копаешь. Копать вон сколько. Тем временем отец Евгений откопался. Но его берет некоторая паника, да, Евгений? Берет тебя паника? Ага. Ага. Сильно берет. Мяско, дать тебе кусочек. А ты не елось. Только начали прокручиваться, сразу останавливайся, не копай. Слышал, как мужик умный говорил? Туда-сюда потихонечку, натяжечку, не газуй. Только начал буксовать, сразу потихонечку вперед. Без газа, без дури. Руль прямо пока. Чуть-чуть назад опять. Чуть вперед теперь, да, давай. Опять чуть назад. Все, иди копай. Уже дальше не идет. На диагоналку попадает. Мы так все выходные копаем. Хорошее для здоровья упражнение.
чуть-чуть назад сдай и сразу вперед, и сразу к газу. О, молодец. Правильно выкопал, откопал колеса. Под чутким руководством дяди Лёши. У тебя стресс проходит, проходит стресс, да? Проходит. Ага. Проходит стресс. По снегу надо учиться вам ездить, Евгений. Да? Да. Не только по асфальту. У вас же кроссовер. Он Лена сейчас раскопает дорогу и все. Не говори, как трактор. Стартует Евгений. Раскопал он тут до асфальта, до прошлого. Оп. Все, проехал. После нокаута подушками. Ни хера, нокаута не было, Леха, не ври. Раз, два, начали! Раз! Какие молодцы! Смотри, 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 что они творят! Ламода! До этого Сузуки буксовал. Смотри, как неплохо ездит. Неплохо Ламода. Хорошо ездит. Что-то случилось, и он забуксовал на ровном месте. А почему ты забуксовал? А, ты уехал в сугроб. Зачем ты уехал в сугроб? А, и тебя занесло на скорости, да, я понял. Вот так вот. Вот такой снег, ребята, сегодня. Машины вообще не едут, вообще. Мокрые, плюс 3, и все, он липнет. Ехать нереально. Приехала девушка, бросила машину и попросили отъехать. Она сказала, идите нахер, я 3 километра задом не поеду. И ушла праздновать. И вон и пошли ее бить. Девушки. И этот что-то прицепился сюда. Команда справа дисквалифицирована, вон из-за него можете его побить, я посмотрю. Я так понимаю, бить его не буду, да? Свой человек! Тут проехать не так просто было, смотрите. Это колесо как низко провалилось, даже гусеница в снег провалилась. Ну, доехал Андрей Васильевич, где он горцевал, а он накатал тем временем здесь еще одну дорогу, по которой можно ходить уже. Понижай, хорулит, у меня ее пока... К сожалению, нету. Вот это вот травленные колеса и понижайка. Да. Теперь я понимаю, почему не особо горело. Тут, блядь, метр снега. Реально. Причем мокрого. Чем пытаются выкопать объезды. Но копать им здесь до хера. Не продумали немножко организаторы с разворотом и отъездом для штрафов ждущих. Развернуться негде. Обратно ехать километр. Во. Это я понимаю, да. Молодцы. Сейчас они прочистил здесь. Лёх, давай я подержу, ты покопаешь. Ты чё? Нельзя. Я же пират. Я же всегда так. Вы копаете, я снимаю. Ну, давай поменяемся разочек. Не-не-не. Никак нельзя. Я понимаю, но они по-другому не разъедут. Люди начинают хотеть тут туалет. Разъезжаться. Разъезжаться так хренушки. Так ты скажи, что ты будешь выезжать сразу. Озабоченные лица у всех. Как разъезжаться, никто не знает. Начинается жесть. Пошла жесть. Точняк. Тут проезд освободили, девушку сдвинули. Здесь, смотрите, заехать не мог, сейчас солнце подтопило снег, здесь уже асфальт. А дальше здесь пиздос. Сень. Вот так вот. Что представляет собой сегодняшний снег, смотрите. Был сугроб, здесь я тебе иду спокойно, притрамбовался. И слежался в асфальт. Этот все застрял. Ездила сегодня у нас по снегу. Как всегда, одна машина. Это вот это. Стол должен, я знаю. Я вам принесу стол. Вот сколько народа сегодня было, смотрите.
Надень шинель. О, да, крутая. Надень ее на голову. Да, все, не надо. Ништяк. Поздравляем всех с наступлением весны. Ура! И вот так. Вот у Вовы, смотрите, как все. На задней двери красиво. 4 на 4 клуб. Обращайтесь. Все для дачи, для оффроуда. Для дачи. Так, оторвали трос, выдергивали вот этого. Андрей Васильевич, которым даже я поражаюсь, как он здесь ездит. Но он хитрый, он накатал. Снег утрамбовывается очень хорошо. Он его очень хорошо утрамбовал. Единственный, кстати, машин, который ездит. Вот Шевролетик попробовал сюда сунуться.